запустили в магаз дромикс какой-то. Заказали запчасти кое-какие на Ларгуса. Что, два наконечника, вот они, и подушка двигателя нижняя, вот она. Теперь надо найти сервис, потому что сервис, где мы обычно обслуживаемся, там нету сход-развала, надо делать сход-развал сразу. Найти сервис и заехать, поменять и сделать сход-развал, и все будет чики-пук. Видно, нет, машина за выходные паутина проросла. Тут еще больше было, я пока ехал, ее сдуло. Выдвигаюсь за пластиком, мужик позвонил, сказал, приезжай. Меня здесь уже ждут, по идее. Сейчас заберу эту пластиковую херотень. Повезу в сервис, посмотрим там на нашу тачку, которая стоит на ремонте Хина, без морды. Так, вот она, эта херня пластиковая здоровая. Это аккуратно положить, чтобы не поломать больше ничего. А вот второй кусок, вот тут эти все швы, это все было поломано. И вот эти черные, это все запаивалось. В общем, это от салонного фильтра или откуда-то оттуда идет, короче, печка, вот это все. После аварии он весь был потресканный. Начальница, как обычно, все дорого новое купить, она нашла вариант запаять. Вот так запаяли вот эти все щели. Так. Теперь пойду отвезу на сервис, где машина стоит, чтобы это все примерили. Я, честно говоря, даже не знаю конкретного адреса, сервис только примерный. И заодно, если найдем, посмотрю, что там с машиной, в каком она там состоянии. Ее уже давно должны были собрать, но что-то все резину тянут. Ну, вроде к финалу движется. Сборка этой тачки. Тула Чермет. Такие вагоны здесь ездят, как памятник стоит. Грузовой автосервис Мегаком. Наверное, здесь получается. Как проехать? Куда ехать? Или прямо, что ли? Ну вот боксы какие-то. Малярный участок кузовной. А, вон наша тачка стоит, Хина. Вот она, Лайба. По наклейкам узнал. Вот она, Брикса. Здрасте. Разобран еще полностью. Ну, морда вроде собрана уже, ну, по жестянке. Осталось внутренности собрать. Такая кабина маленькая здесь. Бля, здесь работа еще до хера. Блядь, аппарат у вас. Я когда прошел мимо, думаю, блядь, а ведь машина-то, блядь, железная. Ну, ладно, что, пусть стоит. Видимо, еще долго здесь будет стоять. Наше дело сладости для вашей радости. Ну что, поехали. Грузовые тачки, короче, отремонтируют. Такой сервис вроде большой, но неприметный. С дороги, короче, ни указателя, ничего нету, не поймешь. Тут кузов немного, я так понял, занимается. Ну, я рассчитывал другой результат увидеть. Я думал, там тачка уже почти вся собрана туда-сюда, а там вообще, блядь, пустой кузов. Ну, я так понял, они жестянку сделали, потому что морда целая, сборе, а там-то морда разбита была. Жестянку сделали, видимо, осталось вот это все собрать только. Шлагбаум. Баум. Доброе утро, ящеры. Выскакиваю в Москву, точнее, в Домодедово еду. Вчера машина из Москвы ехала, и, короче, ему надо было заехать в Домодедово, там какую-то базу привезти, фруктов много, я так понимаю. Но что-то там сорвалось. В итоге он приехал пустой, и еду я за этими фруктами в это самое Домодедово. Вчера хорошо на заправку заехал, бак полный, поэтому без всяких заездов куда-либо по прямой выскакиваю на трассу. Единственное, сейчас в магаз застелю, возьму себе энергетику, наверное. И по прямой поехали. На среду записался на сервис, наконечники надо поменять и сход-развал сделать. Но, походу, у меня не будет времени на сервис заехать, потому что что-то работа навалилась до хрена. В четверг опять в Москву.
В общем, некогда тачку на сервис ставить. Смотрите, что за суета. Фура провалилась в обочину. Возможно, он парканулся здесь сбоку и ушел. А если это будут уже не те люди? Непонятно, что произошло, но вроде не мясо, ничего. Просто на обочине чуть-чуть прилег. И мужик сидит на травке и ждет, видимо, помощи. Скорее всего, он просто парканулся сбоку и провалился. Бог, так бывает. Особенно зимой, весной на обочинах парковаться так опасно, потому что на больших машинах, потому что неизвестно, что там за земля, и машина уходит в бок. Такая тема произошла, я тут остановился. У меня машина закипела почему-то. Смотрите, перегрев. И здесь. Вентилятор вроде работает. Пойду под капотом посмотрю, может быть, жижа ушла. Ну что, капот открыл. Вентилятор крутится. Жижа на месте. Я не знаю, почему она может это перегреться. Антифриз, короче, есть, вентилятор крутится. В чем проблема, непонятно. Не знаю, может быть, это сбой какой-то в компьютере самом, может быть, датчики неправильно показывают, а может, предохранитель какой-то перегорел. Если у кого-то такое было на Ренохе или на Ларгусе, напишите комментарий, я просто не знаю, что может быть. А мне в Москву ехать, я еще на трассу на саму не выехал. Я даже не знаю, продолжать ли в Москву ехать или возвращаться обратно. В чем может причина? Не хотелось бы где-то на трассе или в Москве вообще встать. Пока я еще недалеко от Тулы. Не знаю, сейчас постою, перезагружу компьютер, может быть. Посмотрим, что будет показывать. Чтобы перезагрузить, зажигание выключаем. Зажимаем вот эту пипку, блин. Чуть-чуть ждем. И поворачиваем зажигание. Заводим. Отпускаем. Вот стрелки пошли. Перезагрузка идет. Пробую завести. Но все равно вот поднялись стрелки, температура вот эта, мотор, и горит индикатор. А, нет, вот индикатор погас. Но температура все равно очень высокая. Сейчас вентилятор поработает, может быть, пройдет. Что-то колеблется. Максимум бывает 4 стрелки. В идеале 2 должно быть. А сейчас до 6 скачет. Сейчас еще раз попробую заглушить и завести заново. Температура горит опять. Непонятно, почему так погасло, но скачет вверху. Какие-то проблемы есть. В общем, не знаю, ехать или не ехать. Если ехать, то надо следить за температурой внимательно. Только что температура пропала, сейчас опять появилась. Вентилятор крутится, я слышу, там вибрации даже по кузову идет. Можно попробовать предохранители посмотреть. Они вот здесь находятся. Вот у меня на машине на крышке нарисован, какой предохранитель куда идет. Здесь ни хера не нарисовано. Как я должен его найти? Сейчас загуглим. Может быть, какой-то пред сгорел. Ну так каждый проверять, конечно. Так себе вариант. Но их, в принципе, здесь немного. Можно и посмотреть. Машина постояла, остыла. Я думаю, сейчас проехаться. Сколько-то, посмотреть. Будет еще греться, не будет. Если будет греться, то, наверное, придется возвращаться обратно. Часы, кстати, сбились. Я предохранители вытаскивал, все проверил, все предохранители. Возможно, термостат, короче. Возможно, сам радиатор уже все. А может быть, прокладка ГБЦ. Неизвестно, короче. Сейчас попробую проехаться. Если пиздец греться будет опять, то ну, поеду обратно. Вариантов нет ехать дальше. Хотя туда сегодня попасть очень надо было. Ну, блядь, на эвакуаторе ехать тоже неохота, поэтому придется развернуть. Не проехал даже 5 минут, опять машина закипела, датчик загорелся. Но сейчас я включил печку горячую на все. И как бы она остудилась немного. В общем, когда машина кипит, включаешь горячую печку, и воздух идет сюда, нагрев.
А мотор меньше греется. Вот вроде чуть спало. Ну, с горячей печкой в такую жару ехать, это вообще, короче, так себе дело. В общем, не знаю, что мне делать, ехать дальше, не ехать. Сейчас, наверное, остановлюсь, позвоню на базу, спрошу свои действия. Остановился на аварийке, стою на обочине. Позвонил на базу, они там решают, что делать. Ну, дальше ехать я смысла не вижу, вообще без вариантов. Ехать с горячей печкой вообще не варик, и не факт, что там в дальнейшем она опять не закипит даже на горячей печке. Сейчас, наверное, буду разворачиваться, не знаю. Вот сижу, жду звонка, что мне скажут. Выехал в обратку, сейчас развернуться где-то, просто я уже на трассе был. Сказали возвращаться, если не можешь доехать. Я говорю, конечно, не могу, блядь, иначе я обратно в Экваторе поеду. Поэтому еду в обратную сторону, сейчас нам развернусь где-нибудь. Приезжаю, вот оно, это место, где эта фура застряла. Подмога вроде пришла, будут, наверное, пытаться вытащить его сейчас. На трассе, когда ехал, еще обдувало, ухо надуло. Нормально было, на светофоре пока стою, печка же на всю. Вообще жесть, я весь как встал. Режим. Температура на четверочке пока стоит. Светофор долгий здесь. Добрался до базы. Тачка остыла уже, сейчас будем проверять. Патрубки трогать, может, термостат отъехал. Нет, он был на меньше мили. Блять, а я ехал на максимуме было. На максимум она была, потому что она была разогрета. Ну да, она, наверное, разогрета была. Не, ну так-то не капает ничего нигде. Может, забилось где, блядь? Печку на всю херачит. Короче, не греется машина, подлили антифриз. Антифриз был меньше минимума, сейчас на минимуме. Но дело в том, что когда на трассе я смотрел, он был на максимуме, потому что машина, видимо, нагрета была. Сейчас она подостыла, антифриз убавился. И смотрите, все нормально показывает датчик вот он. Поеду прокачусь. Посмотрим, как будет вести себя. Короче, не помогло, я остановился на аварийке. Тачка вообще закипела, блядь, пиздец. Вообще жесть, двигаюсь с печкой включенной. Приехал в магазин, пойду антифризы куплю. Антифриз подолью до максимума, сейчас он минимум. Ну, я думаю, это, конечно, ничего не изменит, но все равно он пригодится. В любом случае уже из магаза, у вас там секунду прошла, у меня 5 минут. Взял две баклажки, пятерки не было, но взял две литрухи. Короче, такого какого-то цвета, хер пойми. Был такой, такого точно не было. Взял вот это дешманский вообще. Ну, мне кажется, похеру, что сюда лить. Тем более, сейчас если ремонтировать будут, он все равно, скорее всего, сливаться будет. А, еще, кстати, арбузик себе прикупил, такой большой. Сегодня будем арбузик хавать. Мусорку никто не вывозит, переполнено. Ладно, Лайба завтра поедет в сервис, вот в этот. А я сейчас поеду домой. Сегодня все в сауне катался. Сегодня ездил, бля, печка на всю была. Ладно, расскажу потом, что с тачкой было, если починим. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комменты. Пока.